Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Amazon Holy Play. В этом видео я покажу уникальную машину, которую можно выиграть в ивенте. Мы вообще посмотрим, достойна ли эта машина вообще, что она себя представляет, сколько она едет и какой есть у нее тюнинг. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, это самое первое видео в этом году по Амазинку, поэтому давайте постараемся здесь набрать много лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте подписываться на канал, потому что моя цель — это 20 тысяч подписчиков, а вы можете мне в этом помочь, потому что я уверен, что кто-то из вас, кто смотрит это видео, не подписан, поэтому кто не подписан, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Пацаны, сегодня у нас будет обзор на вот такую вот замечательную машину. Она очень такая интересная, называется она Hot Rod. Это такой, знаете, необычный просто автомобиль. У него полностью видно двигатель, в принципе, это двухместная машина. Раньше эта машина была в автосалоне, стоила она около там 2-3 миллионов, но потом ее как бы убрали. И теперь ее добавили на ивент. На ивенте она стоит, я точно не помню сколько, но примерно 1200 оленя она стоит, поэтому сегодня мы посмотрим вообще, нужно на нее собирать, не нужно, тем более эту машину разыгрывают в конкурсе в группе Амазинга, поэтому я думаю, многим будет интересно, если они выиграют вообще, что не получат, то это за машина, сколько они там и так далее. Она в полном тюнинге, если что, это не моя машина, я ее взял чисто на обзор. Вот такая вот тачка, давайте я вам покажу каркас вообще, какая у нее госка. Она здесь в полном тюнинге, владелец это Матвей Вилла. Вот, модель авто, Hot Rod. Номера на ней Hot 3/8. Почему Hot? Потому что типа Hot Rod. И я заметил, что многие такие номера стоят именно Hot. Я видел Hot 3.0 были номера, Hot 3/4. А вот тут стоят Hot 3/8. Улучшение двигателя стоит, короче, полностью полный тюнинг. Целостность 99. Госцена у данной машины 1 миллион. Я не знаю, почему так мало, потому что могли бы сделать хотя бы немножко побольше. Потому что машина все-таки необычная, эксклюзивная. И можно было бы хотя бы госку сделать там 5 миллионов, я думаю, было бы неплохо. Выглядит она очень так антуражно, такая, знаете, снизу красная, сверху черная. И, кстати, надо будет проверить, на нее можно диски поставить и перекрасить. Скорее всего, перекрасить ее нельзя, вот диски, я думаю, можно поставить, и мы сегодня как бы это попробуем. Итак, давайте вам покажу, сколько она вообще едет. Честно, мне эта машина не очень нравится. Вот лично мое мнение, она мне не очень нравится, потому что, возможно, это для меня просто непривычно. Да, в целом она такая симпатичная, но покупать я ее не хочу себе. Не знаю, мне надо, покататься, да, можно, а покупать именно себе я не хочу, она мне не нужна. Максималка у нее 131, я видел на спидометре. Ну, скажем, 130, короче. 130 км в час, она едет с чипом. Разгон очень даже неплохой. Давайте, кстати, салончик посмотрим. Так, салончик у нас здесь вот такой вот. У нас здесь получается спидометр, показатель бензина и что-то еще. Ну, салончик такой, знаете, простенький. Кстати, я заметил, знаете что? Что на Hot Rod, видите, номера новые Амазинга. На всех машинах старые номера. А вот здесь новые номера Амазинга, видите, такая новая рамочка Амазинга. И это довольно-таки прикольно смотрится, кстати. Рамочка такая симпатичная. Как бы максималка 130, я считаю, это очень даже неплохо для этой машины. Возможно, в год даже она будет быстрее ехать. Давайте теперь поедем в СТО и посмотрим, что мы вообще можем с ней сделать. Так, все, я приехал к своему СТО, пацаны. Вот он находится еще что в Арзамасе. Давайте заедем, посмотрим. А, здесь еще и гидравлика стоит, я об этом забыл. Так, давайте посмотрим, вот тюнинг. Допустим, диски. Вы должны находиться в своем личном транспорте. А, неужели это пофиксили, кстати? А перекрасить мы можем машину? Так, перекрасить. А, кстати, она красится. Я об этом не знал. Я реально об этом не знал, что она красится. Я думал, она по дефолту типа такая красная. Просто на скриншотах показывает то, что она тоже такого же цвета, в таком же раскрасе. Но оказывается, ее можно и перекрасить. Вот в таком ярком окрасе, пусть она будет у нас, именно прям такой ядовитый красный. Так, купить 20 тысяч, нормально. Я честно думал, то, что нельзя такого сделать. Но в принципе, у нее стоит полный тюнинг, поэтому я вообще ничего не сделаю. А вот диски я бы хотел сюда какие-то другие поставить и посмотреть, как это было смотрелось. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Как бы перекрасить машину я могу, если чужая машина, но поменять диски я не могу, к сожалению. Не, ну тачка реально прикольная, она дрифтовая еще такая. Но не дрифтить очень сложно на самом-то деле. Потому что у нее коллизия сзади большая, ее как-то сильно выравнивает.
Но так в целом машина неплохая. Покупать ее или нет, я честно, пацаны, не знаю, как бы. Я не знаю вообще, поскольку их продают, потому что я в продаже ни одну машину такую не видел. Но некоторые утверждают то, что ее можно там продать за 15 миллионов, за 10 миллионов. Я честно не знаю, я бы ее оценил в, например, там, ну, 10 миллионов. Не, 10 миллионов это много. Хотя, ну, это эксклюзивная машина. Ну, короче, от 5 до 10 миллионов ей цена. Вот реально, от 5 до 10 миллионов ей, в принципе, цена. Тут уже решать вам, покупать, не покупать. Такую же машину как бы разыгрывают еще и в конкурсе, поэтому я думаю, для вас данный обзор был очень даже полезный. Максималка 130, задний привод, можно дрифтить, можно красить ее, насчет дисков не знаю. Машина прикольная. Машина прикольная, себе я бы ее не хотел. Не знаю почему, но не хочу ее себе и все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод при регистрации, пишите в комментариях, хотели бы вы купить себе такую машину или нет, и вообще выскажите свое мнение по этому поводу, про эту машину. Буду рад почитать ваши комментарии. Все, всем пока-пока.